течение недели 54-летний мужчина воровал из чужого гаража автозапчасти, инструменты и металлолом. Все краденое он прятал в гараже своей родственницы и в дальнейшем планировал продать. Владелец гаража оценил ущерб в 150 тысяч рублей. После обхода дворов и опроса жителей участковому Константину Иванцову удалось выйти на след подозреваемого. Вора задержали на одной из улиц Десногорска. Полицейские установили, что мужчина находился в федеральном розыске за ранее совершенную кражу. По решению суда он должен был самостоятельно прибыть в колонию поселения, но не сделал этого. В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом отдела МВД России по городу Десногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса кража. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Все вещи были изъяты и возвращены законному владельцу. Алина Сазонтова, Светлана Разганова, Десна ТВ.